Добрый день, меня зовут Владимир Любаров, и это четвертый выпуск по теме наставничества. В предыдущем выпуске мы прикоснулись к вопросу неудач на пути наставничества и неудач самих наставников в своей парной работе с людьми. И сегодня мы движемся дальше. Это наш четвертый выпуск по теме наставничества. Я специально сохраняю то, как изначально был задан вопрос. Вопрос. Были ли у вас примеры неудачного менторства? Расскажите о них. Ответ. Чтобы увидеть перспективы взаимодействия, давайте сначала посмотрим на тех, кто приходит. Мы посмотрим на обращающихся глазами самого наставника, влезем его в шкуру и посмотрим изнутри на тех, кто приходит. Итак, первая категория обращающихся людей с точки зрения потенциального наставника. Наиболее частая категория из тех, кто приходит к наставнику. Это люди, приходящие посмотреть, потрогать, пораспрашивать, разузнать, примериться, присмотреться, познакомиться. Это обычный интерес, любознательность и любопытство. Таким людям, по сути, наставник еще пока не нужен. Но будучи людьми интересующимися, активными и разумными, они с удовольствием останавливаются у всего, что привлекает их внимание и лежит в области их потенциальных интересов. Их манит новизна, но остаются они в работе с наставником только на своих предпочтениях. И часть таких людей – просто досужие зеваки. А часть – да, будущие клиенты, а часть – будущие партнеры. Иногда вот расслабленный взгляд, он творит истинные чудеса. Что делать самому наставнику с людьми вот этой первой категории? Доброжелательно, терпеливо относиться ко всем, никого не дифференцируя на этом этапе. Если человек проявляет интерес, это не значит, что он проявит обязательно настойчивость. Скорее нет, чем да. Но если в человеке проснулся интерес, всегда выгодно и уместно сделать шаг навстречу. И это всегда приятно. Взаимный интерес – это странная такая эмпативная волна, не воспользоваться которой – это все равно, как в жару пройти мимо чистого горного родника, несущего свою влагу всем, кто хочет пить. Вторая категория обращающихся людей с точки зрения потенциального наставника. После первых идут люди, которые хотели бы услышать и уже потом сделать все сами дома, потому что им кажется, что так им будет дешевле. Они хотят все разузнать поподробнее, а потом все это уже самим повторить, чтобы и подешевле было. И обязательно никаких, то есть... Никто никому ничего не должен. Все хорошо, все довольны. Никаких обязательств. И есть полное ощущение того, что человек сам контролирует и ведет весь процесс. Вот это ощущение собственного контроля процесса, это их очень греет. Плюс есть ощущение, что они хакнули систему и пропетляли между обязательствами и ответственностью. И еще такие люди охотно собирают книги, они собирают мудрые изречения, они копят статьи, они любят технологии, методы, приемы, которые они могут сами повторить. Особенно они любят лайфхаки. Это великолепные классификаторы и упорядочиватели. Они знают, что, где, когда и как. Это такой способ относиться к жизни, на всякий случай. Они не скопидомы. Они зажиточные и рациональные. Они стараются быть умными во всем, где это возможно. Их смекалка – это первое, что они применяют. Особенный шик для них – это, конечно же, умело хакнуть систему и пропетлять, получив все за даром, ну или в качестве подарка. Такие люди экономят почти на всем. Что делать наставниками с людьми вот этой второй категории? Ничего особенно делать и не надо. Главное – это не надо отвлекаться на них. Дайте им все то бесплатное, что есть бесплатного у вас. Более преданных бесплатному людей вы в мире не сыщете. Давайте им все, что готовы раскрыть и отдать бесплатно и так. И отдавайте с бережностью, доброжелательностью и благодарностью, как если бы вы отдавали ценного породистого щенка в хорошие руки. Не бойтесь быть щедрыми. Благодарности в 99% случаев вы не увидите ответ. А верность в 99% случаев получите сполна. Третья категория обращающихся людей с точки зрения потенциального наставника. После вторых идут люди, которые хотели бы научиться этому для себя, погрузиться в это ради самих себя, чтобы выздороветь. Ну, например,
На втором высшем психологическом большинство потока – это желание разобраться в себе, выздороветь и помочь самому себе, ну, там, или самой себе. Люди идут учиться этому чему-то, чтобы иметь возможность осознать это в себе и себя в этом, и этим помочь себе. В самом распространенном случае люди хотят упростить ситуацию и снизить страх перед неопределенностью. Например, если такой человек заболевает, то к утру он уже знает все. Не хуже профессора по этим болезням. Он перерыл весь интернет и все посмотрел. Да, он не спал ночь. Но теперь ему внутри себя тихо. Когда человек утолил свою тревогу, его тут же отпускает внутри. Ему становится хорошо от того, что он знает, что теперь надо делать. Ну и что делать наставнику с этими людьми третьей категории? Эти люди очень сильно подпадают под влияние эффекта плацебо. Плюс такие люди очень падки на красоту, изящество и минимализм. Если некая методика доступна и эффективна, они ее осваивают в мгновение ока. Не бойтесь раздавать инструменты самопомощи. Эти и такие люди больше всего готовы менять свою жизнь, чтобы выздороветь. Можно снижать боль симптомов. Можно лечить причины и триггеры болезни. А можно устранять корни болезни, которые лежат в области логики жизни, системы жизни или там, уклада жизни. Давайте таким людям то, что они могут применить сразу, уже и немедленно. И они сразу, уже и немедленно приступят это делать и будут это делать всю свою жизнь, профилактируя настолько, что болезнь отступит навсегда. Четвертая категория людей с точки зрения потенциального наставника. Когда человек приходит и сообщает, что ему нужен наставник, то в почти половине случаев наставник ему не нужен. Ему нужен собеседник, о которого бы он мог отрефлексировать свои стратегии. Это называется потереться о дурака. Беседа сильно ускоряет осознание. Говорить вслух в собеседника, особенно откровенно, это очень сильный инструмент ускорения осознания. Выговориться и посмотреть на это со стороны – это самый распространенный способ сделать лучше самостоятельно и почти сразу. Класс и уровень собеседника играют второстепенную роль. Но если это окажется умный и терпеливый человек, это большая удача, потому что результат растет просто отвесно. Что тогда делать наставнику с людьми вот этой четвертой категории? Не раскрывать рта бесплатно и не тратить время бесплатно. Идея «мне только спросить» или «мне только узнать ваше мнение» – это все провокации и признания, чтобы вовлечь в диалог. И не потому, что человек злонамерен, а потому, что человека естественным природным образом тянет это сделать. Ибо он уже рефлекторно выучил, что ему после этого легче, намного легче. А если собеседник умный и внимательный, то и вообще классные решения порой обнаруживаются. Вот именно поэтому помогайте, пока человек а. формулирует альтернативы решений, б. прогнозирует последствия своих альтернатив и в. описывает адекватно сложившуюся ситуацию и не пытается обвинять других, и не пытается обвинять себя, а пытаясь для себя найти пути выхода из ситуации. Пятая категория обращающихся людей с точки зрения потенциального наставника. После четвертых приходят те, кто заявляет, что им нужен наставник, чтобы выслушать мнение и поспорить, чтобы утвердиться в собственной точке зрения. Тут же, почти сразу противопоставив ее суждению наставника. То есть, главная задача пришедшего – не найти ответ, а подтвердить свое мнение. Чаще всего таким людям легче подтверждать свой ответ, противопоставляя его другому мнению. И, собственно, наставник выступает как оппонент, о которого можно отшлифовать свое собственное противопоставляя его. И, кстати, горе тому, кто не подтверждает априорного внутреннего ответа пришедшего. Мол, если он не разделяет мою точку зрения, он мой враг. Если он разделяет мою точку зрения, он мой друг. Ну, это же совершенно очевидно. А если не разделяет, да, он вообще не умный, дурной человек. Суть в том, что угадывая мнение пришедшего, вы ему этим самым поможете вырыть могилу его же собственными усилиями. И да, такой человек приходит не за решением, а чаще за поддержкой.
И если ему оказать поддержку, то он, скорее всего, уже не будет держаться за свое изначальное решение или мнение, с которым он пришел. Это такое подростковое поведение, протест, чтобы утвердиться в себе. Но если человек получает поддержку, его собственное мнение, с которым он пришел, уже не является для него определяющим, чтобы подтвердить его. Что делать наставниками, наставникам, наставнику с людьми пятой категории? Не подвергать сомнению мнение пришедшего или правоту пришедшего. Человек пришел не за мнением, а за поддержкой. Он готов даже оплачивать молчаливое согласие. Ему тяжело со своим мнением, вот он и пришел разделить эту ношу. Ему легче, когда его понимают. Он пришел за пониманием и вниманием, за понимание себя пришедший готов платить. Еще охотнее он готов платить за комплементарное сочетание мнения наставника своему собственному априорному мнению, с которым он и пришел. То есть человек пришел не за мыслями, а за чувствами и эмоциями. И если наставник разделит чувства и переживания пришедшего, пришедший не будет так рьяно держаться за свое собственное изначальное мнение. И отпустив его, ему сразу станет легче. Чтобы спорить, ума не надо. Ум нужен для согласия. И еще ум нужен для поддержки другого человека. Шестая категория обращающихся людей с точки зрения потенциального наставника. После пятых приходят те, кто слушает наставника, но делает только то, что считает для себя целесообразным. Это такие люди себе на уме. То, что они считают им подходит, они делают. А то, что им якобы не в жилу, они и делать, в общем, не собираются. Они считают большим подарком сам факт того, что они вообще пришли и озарили вас и все своим присутствием. Это такой расчетливо-избирательный способ услышать слова в свой адрес и отфильтровать их потом в соответствии со своим текущим критерием предпочтения. В этом смысле удобнее всего не морочить себя содержанием сказанного, а надо заморочиться формой, ибо эти и такие люди воспринимают сказанное исключительно по форме. Самое счастливое для таких людей, если вы, не дай бог, в чем-то ошибетесь или будете неточны. А если вы еще и по форме окажетесь не камильфо, это вообще именины сердца. И важно найти у вас изъян, чтобы не делать то, что вы им сказали делать. А делать этого они не хотят, хоть ты убейся. Вот они и спасают себя, находя ошибки в вас, чтобы у них было моральное оправдание, что, ну, в общем, за ним они прячут свой страх. Так, что делать наставнику с людьми шестой категории? Если нужно поладить с человеком из шестой категории, тогда нужно придать важное значение эстетике и воспитанию, форме проявления и возможности делать все в очень деликатной и уважительной форме. А если стоит задача нейтрализовать или устранить вовсе, то тогда надо делать форму грубой, беспринципной, циничной и беспардонной. В зависимости от того, какую цель преследует наставник, он для себя решает, по душе ли ему иметь дело с тем, кто снизошел до него и облагодетельствовал его своим приходом и озарил все вокруг своей неповторимостью, своей утонченностью, своей самобытностью, эксклюзивностью и уникальностью. И здесь не стоит вопрос содержания почти вообще. Ибо если соблюден политес и форма, в такого человека зайдет почти любое содержание. Черти, провокаторы и обманщики этим и пользуются. Седьмая категория обращающихся людей с точки зрения потенциального наставника. После вот этих шестых приходят те, кто рассказывает, как есть, цепко держится за услышанное, вцепляется в задачу, а потом идет и делает больше, чем требуется. Плюс делает огромное количество других вещей, потому что человеку надо. Ему почему-то очень сильно надо. И поэтому он не торгуется и не выпрашивает поблажек, не гнобит и не пытается наказать себя и не самобичует себя. И, кстати, ему настолько срочно надо, что он даже ждать готов. Настолько срочно надо. Обычно далее такие люди превосходят ожидания и свои, и наставника, и клиентов, и рынка. И это не перфекционизм, а это необходимость. Просто человеку сильно надо. Вот он и не вязнет ни в себе, ни в наставнике.
не даже в делове. Работает умно, с оттяжкой, наблюдательно и безжалостно. И с расстановкой приоритетов. Что делать наставникам с людьми седьмой категории? Не надо дружить с такими людьми. Не надо сближаться. Им дистанция важна, чтобы они могли дышать и чувствовать себя свободными. Им это сильно нужно, для них это единственное для них условие существования. Когда они могут быть результативны и эффективны, решать самим. С ними правильно держать дистанцию. Они элита, всегда и в любом обществе. Главная проблема – нельзя допускать понебратства. Можно их любить, но ими нельзя пренебрегать. Эти и такие люди самостоятельны и автономны и крайне ценят возможность обратиться. Но лучше бы с ними не сближаться очень сильно. Выводы. В каждом из нас обычно живет все 7 категорий, и мы по контексту реализуем одно из этих описанных поведений. В разных сферах и при разных условиях каждый живущий человек реализует одну из форм описания моделей поведения, которая в контексте наиболее оптимальна. В следующем выпуске мы прикоснемся к вопросу одного из главных разочарований людей, трудящихся с наставником, и того, какой прогноз можно сделать по тому, кто обратился к вам за вашим наставничеством. С вами был Владимир Любаров. До встречи в следующем выпуске по теме наставничества.